спортсмен Мануэль Осборн Паради. И на этом, друзья, у нас совсем небольшая... стартовали 30 участников. У нас прежний лидер соревнований Гедин Янсен. Только-только на ваших глазах на вторую позицию финишировал Эндрю Вайнберг. Ян Худек показывает пока третий результат. Ну, а Боди Миллера отнесли на четвертое место. That's a very exciting race here today on a bluebird day. And there is plenty of room for excitement. Let's take a look at the leaderboard, right? Led by Youngster, wide Brandon in second, Jan Hudek's third, and Bodie Miller third, Strottinger, Austria, and Franz, Axel Lund Svindal drops down to ninth, Phil, Pretty of Canada, Ted Ligety there in 13th place. Достаточно неожиданные, конечно, результаты. Друзья, но кто же мог предположить, что лидер сезона, олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал, окажется на 7-й позиции. Тем более, что мы увидели, хотя он отставал немного на верхней части дистанции, но он с абсолютно лучшим результатом прошел финишный отрезок. Но, как мы видим, этого, видимо, оказалось недостаточно. Нам вот этот кадр с вами абсолютно понятен. Один из американских тренеров ликует, и его, конечно, можно понять. А это вот как раз виновник главной сегодняшней сенсации. У вас на экранах 29-й на груди номер Эндрю Вайнберг. Ну и переносимся на несколько секунд в стартовый городок. All right, remember now the start intervals are down to 1 minute 15 seconds. There you go. We're back up to the top here. Перенесли стартовый городок. Мы видим, что готовятся спортсмены. У нас сегодня достаточно много участников. 63 стартовых